Всем привет! Готовлю быстрый обед такой на скорую руку. Сейчас мы налили чуть-чуть такого масла сезам. Пахнет очень ароматно. Добавляем лук и перец болгарский. Это у нас займет 10 минут буквально. Обжариваем чуть-чуть слегка. Потом мы это все вытащим, потому что мы не хотим сильно такие тушеные овощи. Между делом у меня была грудинка курицы. Я ее замариновала в таком специальном азиатском соусе из имбиря и чеснока. У меня это постояло, наверное, часа два в таком маринаде. И теперь мы ее кинем в это блюдо. Тут я сварила рис жасминовый с чуть-чуть в нем кокосовое молоко. И у нас такое вот будет азиатское блюдо. Очень-очень быстро, очень вкусно и весело. Чуть-чуть мы это дело залили водой. Видите, как очень красочно, очень сочно это все выглядит. Очень-очень аппетитненько и полезненько мы это делаем. Кстати, в каком-то видео я сказала, что это легкая пища, и кто-то прокомментировал, что типа на самом деле очень плотная и тяжелая. Как вы знаете, у меня с этим проблема, и легкая, когда я сказала, что легкая, я имела в виду легкого приготовления, не то, что она какое-то, знаете, легкая для желудка. Хотела просто пояснить. Легкая на скорую руку, вот это я имела в виду. Мы это посолили, поперчили. Вот это вот масло, которое называется сесами ойл. Масло сезам. Вот это маринад, который я использовала. Соевый имбирный соус органический. Как видите, такая китайская мисочка с палочками. И вот азиатские у нас явства. Курочка у нас уже подрумянилась чуть-чуть. Пахнет просто сногсшибательно. У меня были такие филе грудинки, грудки куриные. Они были вот такого размера, просто разрезала на маленькую кусочку. Наша курочка уже хорошо подрумянилась. И теперь мы добавим овощи. И все это у нас вместе перемешается. И добавим все это, мы положим на рис. Как это делается в ресторане. Наш ужин готов. I know, I'm waiting to get a thing. Мы с вами в супермаркете. Почти 11 часов ночи. Я захотела фрукты. Фрукты у нас закончились. Так, идем. Кстати, такой вот супермаркет мне, честно говоря, напоминает чем-то Елисеевский. Тем, что вот такие вот потолки, обратите внимание, он находится под мостом, и вот этот весь мост, и вот этот потолок на самом деле, и дно моста то же самое. Такая вот красотища на самом деле. Мы смотрим на фисташки. Дальше идем. Погрызть этих солененьких.
хорошо. Я перешла в последнее время на только органические яблоки. Объясню почему. Не знаю, как в ваших странах, но все яблоки здесь обмазывают такими химикатами, что вот сейчас вот это органические, да? Вот они такие вот матовые, считайте. Они органические, вот такие вот глянцевые. Они все политые, не знаю даже чем. Смотрите вообще, да? Какой-то у них такое лаковое покрытие, как будто топ-коут для маникюра. И они вообще не портятся. 3 месяца могут лежать. А вот эти вот яблоки, мне кажется, все равно они посыпаны хоть чем-то, но это не так серьезно. А яблоки я ем постоянно. Когда я голодная, все время ем яблоко. Поэтому для меня важно, если уже отравляться, то не так сильно. Цены вот такие, примерно, считайте, 3,49 на полкило. Полкило — это, считается, 1,5 яблока. Я бы не сказала, что это дешево, хотя в Москве, может быть, это и дороже удовольствия. Точно не знаю. Дело для ленивых, как вы видели, все уже нарезано, все готовенько. У нас маленький шпион. Чивани, ты спрятался? Хочешь сыр? Он реагирует только на одно слово. Сыр — это единственное вообще, что его интересует в жизни, помимо прогулки. Но речь не об этом сегодня. Сегодня мы будем делать такое жареное мясо, stir-fry. Stir-fry — это когда азиатские рестораны делают такое соте в такой специальной сковороде, которая называется wok. Wok у нас нет, у нас просто обычная сковородка. Мясо это мы порежем, говядина, на маленькие кусочки, обжарим их, добавим разные соусы, разные приправы. Паскаль хорошо помыл посуду. Вот мы мясо разрезали, оно примерно везде одной и той же толщины, вот такие вот кусочки. Также у нас есть такая вот стручковая фасоль, которую я вчера купила. Вот такая. Мы сейчас ее помоем, обрежем ей кончики. Здесь у нас такая миленькая, маленькая, желтенькая картошечка, которую мы уже засунем ее в кипящую воду.
мясом. И стручки, которые мы сейчас будем наводить порядок с ними. Вот стручки уже готовы. Вроде бы их казалось очень много, но фасоль добавим лука. Фасольку мы чуть-чуть слегка обжарим на масле сезам. Это придаст такой азиатский вкус. Ну, мы сначала вытащили мясо, из-за того, что я не хочу, чтобы это все было очень такое тушеное. Я хочу, чтобы фасоль все равно оставалась вот такой, знаете, имела хрумкость. Я не хочу, чтобы она была как из консервной банки, знаете, такая прям уже очень-очень мягкая. Мы добавим чуть-чуть водички, закроем на пару минут. И вытащим. И добавим мясо. В чем заключается секретный ингредиент азиатской кухни? Это то, что все их соусы такие довольно-таки густые. Для того, чтобы сделать густой соус, понадобится крахмал кукурузы. Кукурузный крахмал, наверное, вот так. Некоторые говорят, что он не полезный, некоторые говорят, что ничего страшного. Я буду добавлять буквально пол чайной ложки. Это первый раз в жизни, что я им решила пользоваться. Купила я его буквально вчера, когда я пошла в магазин по яблоке. И решила как бы проэкспериментировать, потому что всегда еда из китайских, тайских и вьетнамских ресторанов получается очень такая вкусненькая. Ну и решила, как бы, почему бы и не попробовать сделать такой же эксперимент дома. Поэтому будем экспериментировать вместе. Вот мы добавили буквально одну ложечку. Надо, как это работает? Надо это смешать сначала с холодной водичкой, это все размешать, получится такая кашица, и потом уже это добавлять в горячую кипящую воду. Вот такая мутная, не очень аппетитная вода у нас получилась. Вот наш органик соевый имбирьевый соус. Мы добавим это к мясу. Мясо мы покладем, шучу, положим обратно в эту штуку и смешаем. Видите, мясо приобрело вот даже такую прямо оболочку. Такого красивого плотного соуса. Интересно, как будто в лаборатории что-то мы делаем с вами. Это картошка мундир. Я оставляю кожуру не из-за того, что мне лень ее почистить, а из-за того, что мы любим вкус такой пожаренной кожуры. Поэтому я всегда ее оставляю. Тем более, если это мундиры. Такая вот она уже у нас образовалась корочка. Румяненькие. Вкусненькие, я посыпала разными специями. Специями. Ну вот, картошечка подоспела. Такой вот красивый у нее получился очень цвет. Посолили мы ее только что. Вот. Так. Доволенный. Хочет еще, еще, еще. Хочет быть толстой собакой. А вот эту картошечку я оставила на следующий день, если мы захотим что-нибудь такое рыбное. У меня есть чуть-чуть красной рыбки осталось. Я думаю, что это хорошо пойдет, она полностью у нас разварится. Where is he? I don't see him. It's right here. Where? He hasn't lost his mind yet. Is it the possessed Giovanni? No.